Всем привет, с вами Алекс и сайт RMPC.B. В этом видео хотелось бы рассмотреть очередные новости по Denuvo, так погнали! Сегодня уже 1 ноября, прошло целых 5 дней с момента релиза Assassin's Creed Origins, а взлома все еще нет. Да как так-то сбросить? Ничего себе ситуация. Да вроде ж последних полгода Denuvo ломали чуть ли не день в день. Что за уникальная ситуация? А уникальна она тем, что Ubisoft взяли все под свой контроль и защитили свою игру сами, но намешали так, намутили защитами, что это повлияло как на производительность, так и на время взлома. Ну давайте смотреть и разбираться. Первоначально хотелось бы коснуться взлома на Хэллоуин, которого не произошло. Была информация, инсайд о том, что возможно взлом будет с 31 на 1 ноября. Если не будет, то ждите в течение ноября. Взлома не было, соответственно, ждем. Но, что интересно, здесь важен даже не сам взлом, а вся та ситуация, которая развернулась по игре новой Ассасину и самой Ubisoft. Больше смотреть интересно даже за всеми этими различными противостояниями. Дальше. Многие уже поиграли, есть отзывы, обзоры, в том числе высказались и по микротранзакциям в игре, которые призваны приносить деньги дополнительно, но в том числе искусственно растягивать игру, чтобы людям хотелось заплатить и получить более насыщенный, яркий сюжет. И это, в общем-то, видно невооруженным глазом в Ассасине, в котором десятки часов можно наткнуться на рутину. Как-никак, но все-таки очередной минус в сторону Ubisoft. Дальше, что интересно, сегодня, 1 ноября, Ubisoft официально ответили на претензии о плохой производительности. Прикиньте, ничего себе, давайте смотреть, что же они высказали, но прежде чем перейти к этому, также появилась информация, скорее всего, от хакеров, одного из членов команды или представителей, которые отметили, что когда же включается защита в игре, оказывается, она задействуется, включается в любой момент, когда двигается игрок, когда начинает двигаться главный герой. Ничего себе, вот это крышеснос, как так-то? Вот откуда повышенная нагрузка на систему? Нет там, чтобы раз там в 10-20 минут, там в 30 в час проверка. Да нет, всегда, когда двигается игрок. Ничего себе, вот это да, поворот. Но что же отвечает Ubisoft официально на эти претензии о производительности, о излишней нагрузке на процессоры? Здесь такой перевод промтовский, это зарубежный ресурс, доверенный DSO Gaming, и отвечают они здесь. Мы удостоверяем вас, что наша антипиратская защита от взлома в ПК-версии Assassin's Creed Origins не имеет заметного влияния на производительность в игре. Не имеет, но что они могли еще ответить? Всего лишь просто не имеет, такие, знаете, нет, просто нет и все. Ну, понимаете, это, конечно же, не совсем ответ от серьезно крупного такого игрока, как Ubisoft. Сделали бы они такой тест, к примеру, показали, смотрите, игроки, вот у нас Ubisoft без защит, а вот Ubisoft с защитами. Давайте смотреть на тесты, на загрузку, на FPS. Причем делали бы это на нейтральной территории, в каком-нибудь там, какой-нибудь сайт бы, пускай бы это все делал, но под их присмотром, чтобы ничего не было никакой утечки. Было бы супер и огонь, и блин, ну я не знаю, на ближайших несколько бы игр Ubisoft бы заработали себе крутую репутацию, уж подтверждая все делом. Но что они ответили? Нет. Ну так и любой, знаете, может ответить, то есть нет, и все. То есть, ну, ждем, возможно, они как-то подкрепят впоследствии свои слова, может быть, какими-то реальными фактами и действиями. Дальше, что опять же не в плюс Ubisoft, на Metacritic полным-полно фейков и положительных отзывов. Ничего себе, да как так-то, смотрим. На Metacritic полным-полно фейковых положительных отзывов на Assassin's Creed Origins. Редакция Kotaku исследовала страницы Assassin's Creed Origins на Metacritic и обнаружила прекрасно. Оказалось, что у агрегатора очень много явно фейковых положительных обзоров игры, оставленных пользователей со странными никами. Давайте смотреть. А ники такие, сгенерированные, вот видите, буквы, цифры, лишь бы сгенерировать. Причем многие отзывы просто Ctrl-C, Ctrl-V. Ничего себе. Так, еще один такой камешек в огород, ну так сказать, уже в гору. Ко мне, Ubisoft. Накрутка положительных отзывов на таком крутом сервисе, как Metacritic. Ничего себе, Ubisoft. Ну, в общем-то, и не странно. Ну, не знаю, не в плюс, опять же, не в плюс. Здесь отметили ситуацию, подтвердили на самом ресурсе, сказали, да, есть, да, боремся, такое бывает нечасто, но случается время от времени. Ну, кто же в этом заинтересован, как не сама Ubisoft? Ну, смотрим за ситуацией дальше.
Плюс еще по поводу технического состояния игры высказался и самой защиты. В игре высказался сторонний человек, подкованный в вопросах защиты, взломов, может не взломов, а вообще в программировании, отметил, что действительно защиту намутили там на огонь. Помимо привязки к Uplay, модифицированная, как всегда, немного Denuvo версии 4.7, которая, в общем-то, Steampunk смогли бы подобрать и просто серийник. В общем, обойти защиту, но не получится, потому что все это еще накрыто VM-протектом, которому тоже нужно как-то подбирать. Там тоже информация динамически изменяется. И что он отмечает? В общем-то, все можно. Поэтому он посоветовал подождать. Процесс не быстрый, очень много работы, и справиться с этим может только чертов гений. Ничего себе Ubisoft намутили. Да, пошли на такие явные, в общем-то, сложности в пониженной производительности нагрузки на ЦП, но зато намутили защитами огонь. Будет ли вообще взлом? Может быть, полгода придется опять ждать. Интересно, посмотрим. Прошло еще только 5 дней. Дальше, сам я тоже лазил по пабликам различным, смотрел отзывы. Да, пишут, пускай не часто, но у многих все-таки бывают перезагрузки ПК, синие экраны. То есть чаще всего, конечно, это случается по поводу перегрева процессора, ну или других каких-то там нестыковок технических. То есть все-таки случается, многие начали задумываться, а не накроется ли у меня что-то в моем ПК, не выйдет ли из строя, потому что, как вчера мы выяснили, часть зарубежных пользователей, игроков уже хотели бы подать в суд на Ubisoft, которая неизвестно какими защитами нагружает их ПК, которая выходит из строя. И, в общем-то, посмотрим, возможно, это будет подтверждено, возможно, и правда будет какое-то разбирательство. Ситуация не такая уж простая, не 2-3 человека попались, а многие отписывают. Следим за информацией дальше. Такие вот дела по поводу новостей на 1 ноября. Очень классно все развивается. Посмотрим, как долго хакеры будут бороться с этой защитой. Хотя они очень твердо утверждают, что все будет взломано. И посмотрим, как Ubisoft будет выкручиваться, насколько это ей поможет и во что вообще это выльется, потому что у Ubisoft и так не самая идеальная репутация. Посмотрим, следим дальше за этой интересной информацией. Все, в общем-то, не забывайте смотреть на ссылочки в описании. В описании будет ссылочка вот на эту статейку, в которой собираю всю информацию по Denuvo. Здесь все взломы, все ответы разработчиков и хакеров. Все, что было, вся интересная информация здесь. Плюс не забывайте, что вы можете вместе со мной добавлять крутые новости из мира видеоигр на сайте rmpc.by. Инструкция в описании. Я обитаю здесь. Все, с вами был Алекс из сайта rmpc.by. Не забывайте, что я всего лишь предоставляю информацию, а вы уже сами решаете, что вам делать, покупать или нет. Спасибо за просмотр.